Сегодня мусульмане отмечают Ураза-Байрам. Этот день в исламе знаменует окончание строгого поста в месяц Рамадан. Коллективная праздничная молитва «Ид-намаз» во Владивостоке традиционно прошла на парковке «Фетисов-арены». Из-за этого утром на выезде из города образовалась многокилометровая пробка. Напомним, в этот день заканчивается месячный пост Рамадан и снимаются все ограничения. Для мусульман это очень важный день. Праздник Ураза-Байрам символизирует стремление к духовному очищению и завершению добрых дел. В эти дни принято проводить итоги духовных обретений во время поста, проводить время в семейном кругу, проявлять внимание к тем, кто нуждается в нашей помощи. В Приморском крае, где на протяжении столетий мирно живут и трудятся представители многих национальностей и конфессий, Ураза-Байрам является неотъемлемой частью культурно-исторического наследия, связывает воедино поколения мусульман, напоминая о вечных и незыблемых ценностях, уважении к старшим, любви к ближнему, милосердии, стремлении творить добрые дела.